В общем, результат, конечно, 15.63. Тоже время реакции, ну, обычное, ничего особенного. В общем, ничего особенного он не показал. 10 метров пробежал. Так себе. И даже свой рекорд. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас у него будет явно еще попытка, потому что Марк явно пробежит лучше. Он, кстати, обладатель мирового рекорда на этой дистанции, Марк. Ну, пока бежит Марк так себе, видимо. Особо не утруждает себя. Но результат, конечно, все равно не утруждает. Вот он себя и улучшил. Еще один мировой рекорд поставил. 12.49. Вот так вот. Так надо бегать. Пусть отвечает теперь Бейли. Он и пробежал, кстати, 20 тысяч метров. Маркс 13 всего лишь. Наверное, меньше всех здесь на этом чемпионате. Тем не менее. Ну вот здесь неплохо уже, да? Какая-то даже конкуренция намечается такая, ну совсем минимальная. Ну, он даже улучшил свой рекорд, в принципе, но из 13 не вышел. 7 ошибок. 15.77 пробежал быстрее, там, по частоте шагов. С погодой неплохо, но все условия были созданы, но он не смог. Очевидно, он слабее. Теперь 200 метров у нас бежит Марк, 750. А с погодой, ну, нормально. Какое-то солнце даже есть. 4.45. Вот это вот я понимаю результаты, да? 8.66, 100 метров. 12.68, 150 метров. Вот так надо бегать. 16.68. Ну, не бог весть какой счет, но в целом неплохо. Этого более чем достаточно будет, чтобы победить Бейли. Так, смотрим. 4.83. Атлет старается. По-моему, честно говоря, не очень старается. 9.06. 13.60. Вообще разница уже потрясающая. В одну секунду уже. 17.8. 17.89. Ну, больше секунды. Свой он улучшил рекорд. Толку от этого мало. Ошибок меньше допустил на дистанции. А с погодой ему не повезло. Вот еще и здесь время реакции ему не так повезло хорошо, да? На две десятки здесь сразу. 5 раз он бегал дистанцию. Ну, в общем, все, шансов у него никаких не было. Еще одну сейчас он сделает попытку. Но я думаю, это не принципиально изменит ситуацию. Хотел попасть, не попал. Не повезло. Так. 1.07. 4.80. Ну, примерно так же бежит. 9.11. Нет. У него явно ничего. Вряд ли даже лучше свой результат. 13.47. Ну, может быть, чуть-чуть есть только. 17.7. Чуть-чуть улучшил. На 11 сотых. Этого недостаточно. Быстрая, легкая победа у Марка. Ему по одному разу пришлось бегать, никаких дополнительных забегов не потребовалось. Вот так вот. Легкая победа. Видимо, эти 4,50 балла, которые заработал Бейли, это единственное, что у него будет. Может, от рекламы что-то он заработает на этом чемпионате. Следующее.